ГИБДД и Транснадзор проверяют маршрутные автобусы столицы, смотрят техническое состояние, оснащенность транспорта и наличие всех обязательных документов. За рейдом наблюдал Виталий Абрамов. Прессовка есть 100% баллона, просто надо шефа вызвать. Хорошо. Сейчас я вызову шефа. Просто говорю, я сел за руль, что приехал только. Как не отнекивался этот водитель, но документ, удостоверяющий безопасность газового баллона, он так и не смог предоставить, и ему был выписан штраф. Такие совместные рейды проходят на регулярной основе. Автобусников проверяют в основном на конечках маршрутов. Просроченные аптечки есть. Также по технеисправности бывает, что тормозные... Ну, у нас есть спецоборудование, которое мы проверяем, то есть по тормозам. Значит, бывает, что нету герметичности тормозного узла. То есть выходит воздух, после чего, значит, мы тоже не можем знать, может, тормоза вовремя не сработают. Вот, выявляем, также сразу ставим на специализированную стоянку. Помимо документов проверяется также техническое состояние и оснащенность автобусов. Проверяются аварийные выходы, наличие колец. Ну, на данном транспортном средстве видно, что она отсутствует, оборвана. Проверяются противооткатные упоры, знак аварийной остановки. Видим наличие, да, знак аварийной остановки, противооткатные упоры. Также наличие медицинской аптечки. Причина таких проверок не только жалобы горожан, которые они оставляют ГИБДД, но и статистика. По итогам прошлого года в республике зарегистрировано 33 автоаварии по вине общественного транспорта. Но в то же время говорится и то, что с каждым годом состояние автобусов и квалификация водителей увеличивается. Нужно проверять, потому что много очень приезжих. Документы левые очень много, потому что перевозка пассажиров — это как бы серьезное дело. Такие рейды будут идти и впредь. Быть бдительными призывают и пассажиров, ведь зачастую от элементарной внимательности зависит собственная безопасность. Виталий Абрамов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.